Сегодня же глава области встретился с активом Старорусского муниципального района. Речь шла о культуре, образовании, ремонтах и молодых семьях. Дмитрий и Алена Ивановы познакомились с региональным проектом «Формула успеха моей семьи» в этом году. Направление развития личного подсобного хозяйства. В феврале с ними был заключен социальный контракт на 9 месяцев. Сумма поддержки – 50 тысяч рублей. На эти деньги мы построили курятник, закупили кур. 45 голов у нас. Обеспечиваем мы себя теперь яйцом и родителей. Возвращать полученные деньги не нужно. Необходимо лишь подтвердить свои вложения документально. Вопрос к главе региона, конечно, очевидный. Будет ли проект продолжать свою работу? По словам губернатора, история в этом году носила пробный характер. Я считаю, что учитывая количество людей, которые у нас в области есть, которым нужна такая поддержка, это правильная история. И если бы мы свои 200 не доложили, то как бы... И сюда бы, то и федерация бы не дала. Надо делать, и можно будет участвовать. Речь идет о затратах регионального бюджета. На реализацию проекта выделили 200 миллионов рублей. Еще 500 дало государство. Средства были предусмотрены лишь на 150 семей. Но Федеральное министерство труда предложило Новгородской области в 2020 году увеличить количество семей до 5000.